Тверской области впервые пройдет зеленый марафон. Забег состоится 5 июня во Всемирный день окружающей среды в 180 городах. Сбер запустил проект «Зеленый марафон» совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой «Сбер вместе». В этом году цель проекта – привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Одна из экологических акций проекта состоялась в Ботаническом саду Тверского госуниверситета. Ботанический сад ТВГУ – одно из любимых мест отдыха жителей не только Заволжского района, но и, пожалуй, всей Твери. Сюда приходят целыми семьями погулять, послушать пение птиц, полюбоваться редкими и не очень растениями. За всей этой красотой стоит нелегкий труд сотрудников ботанического сада. В рамках проекта «Зеленый марафон» сотрудники Тверского отделения Сбербанка выступили с инициативой помочь работникам сада в их деле. Ботанический сад является не только излюбленным местом отдыха горожан, но и одним из центров экологического образования и просвещения жителей области. А так как мы проводим зеленый марафон, такое большое, хорошее, позитивное мероприятие, которое несет в себе не только идеи спортивного образа жизни, но и идеи защиты природы и осознанного потребления. Надеемся, наша работа несет вклад в сохранение природной красоты нашего города. В рамках акции волонтеры Тверского отделения Сбера привели в порядок пешеходные дорожки, убрали старые порубочные остатки, провели ряд других работ. Как отметил директор ботанического сада ТВГУ Юрий Наумцев, такую помощь со стороны волонтеров сложно переоценить. Только кажется, что это очень маленький труд. Но есть хорошие слова, что вы не можете изменить мир в целом. Но каждый из нас может изменить хотя бы 3 квадратных метра вокруг себя. Вот именно сегодня наши друзья из Сбербанка это и сделали в саду. Добавим, что совместно с фондом «Вклад в будущее» в этом году Сбер высадит 180 тысяч саженцев в честь своего 180-летия. Эта акция организована в поддержку программы восстановления защитных лесов «Южный лесной пояс России» по выставке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России. В Твери местом озеленения совместно с дирекцией парков города был выбран Парк Победы. Здесь волонтеры Сбера посадили саженцы 4 видов декоративных яблонь. Также в рамках «Зеленого марафона» запланированы другие экологические акции. Кроме того, каждый может принять участие в различных эко-челленджах, скачав одноименное приложение. Там же доступна регистрация на забег, который состоится 5 июня в Твери. Жители Ржева смогут совершить онлайн-забег.